Ты точно был, а потом Блин, мы увидели, ну что в таком случае лучше пошло. Я точно был. Да, ты точно был в офсайде, а потом. Я тоже смотрел, ты еще дальше, да, чем я. А потом. Ну, меня я тоже сидел пересматривал, да. Когда там конец матча, чуть-чуть. Лучше выбить его нахуй просто. Ну, вчера Стасик показал, как надо выносить нахуй. Не, Стасик причем до этого вынес нормально по флангу. Да, да. Буквально за там пару минут до этого. Мне понравилось, как да, там и пару минут до этого он вынес, они подобрали мяч, и он отскочил сразу к Стасу. И, блядь, Стас сразу снова вынес. Там же в обзоре этот Каныгин говорил, что... Обзор сделал? Ну да, там видеообзор же был. Твоего обзора, ебать. Твоего обзора. Ладно, поехали. Конкретно обзор не матча, а вот этого момента был. А так, там этот... так и было практически. Там был наш гол и их все. Лучше вперед сыграл, тут тебе лучше, привычка, блядь, орать. Лучше бы уже верхом, блядь, сыграл бы. Лучше бы уже меня перевел бы забросом. Бля, лучше лучше бы... В матч не заходил. Лучше бы Харка сыграл, да. Найсмен, блядь. Не, ну Спартак пизда, нахуй. За что, Игорь Ванделько поменял, мне кажется? Да. Не-не, он черный теперь. Ну, волосики. Блядь, что это за хуйня? Кого хуй он летит на спину? Стас, ты подаешь. Че делать? Ближний 16. Можешь карпу дать, можешь карпу покатить. Пока он один. Ну давай. Ебать, я так прис... Спасибо. Тоже нормально вышло. Бля, из FIFA розыгрыш. Ближе 16 подай, не дай под. Из FIFA розыгрыш. Из FIFA, блядь, это один, да, шут мидл, и второй из FIFA розыгрыш. Из FIFA розыгрыш, да, брат? Гений. Я вообще в сторону фланга давал пас. Почему? А чё, там тренировались уже, пока меня не было там, вот это выносить на форвардов, нормально? Два матча сыграли уже, да. Не, ну хорошо, все нормально. В первом Фалинов разъебали 6-0 или 6-1. Ладно, это, блядь, не подвиг. Во втором... Украина обычно сама себя ебёт. Во втором матче 7-2 сопали в нуле. Так, а у нас в Украине никого нет? Есть. Ой. Один шёл... Украина? Бля, жёсткий парень один. Ладно, Украина, заебись. Россия говно. Россия есть-то? С Россией есть-то? Вроде нет. Ну, на весь на 11, там вратарь не выходит, они выигрывают, он, у него напора дохуя, блядь. Пусть выигрывает, блядь. Все, почти. Всё. Поточнее бы, блядь, у меня ударчик был бы. Поточнее бы на мисик, блядь, Стас, пиздец, конечно, ты. Кстати, вот, Игорь, у меня сейчас был мяч на фланге, я, ну, искал навеса, ты там вообще даже... А ты целовался с Русланом. С Джерри бегал. Я говорю, они не забегают, блядь. Ну ты каждый раз говоришь, я тебе каждый раз говорю, что я забегаю. Да, они не забегают вообще. Ты посмотри на них, как они могут забежать, блядь. Вот ты забегаешь нормально под мой навес. Ну, блядь, ты видел вообще этот забег? Просто идеально, блядь, было. Вчера и позавчера, блядь, весь сбор, вы нихуя не видите вообще, блядь, забегаю, блядь. Вообще не забегаешь, ни разу не видел. Целы. Я не скинул, а, блядь, даже не забегаешь. Ну, закрыто, конечно, не забегаю. Нет, он рофлит над нами или мы зарофлили? Он не выкупил. Я вчера видел забег. А я думал, он в ответку так сильно рофлит, чтобы мы поверили, что он разозлился. Так агрессивно, да, рофлит? Да, типа... Я не выиграл. Значит, это да. Да. Бля, опять меня разъебал Игорь на рофл. Да нормально. Ебать. Нам только такими бомжами забивать такую хуйню и то с офсайда, блядь. Не, давайте... Кстати, если что, мы официалку играем, пацаны. Хорошо. Да, но по игре сразу видно, что официалку играем забить, там можно даже не говорить. Блядь, как же он рофлит. Забежал, смотри, как забежал. Ой, это гол. Не, Руслан не забегал. Стас хорошо открывается, там в ширине, блядь, в ауте. Вот на самом деле я давал на Русика, но потом в последний момент убрал на фарш, потому что ну, я бы закрытого там дал. Бутяж. Бутяж, давай навес. Давай навес. Вот, забегай. Да, надо раньше. Да хуйня. Да он не забежал. Не, он не забежал как, просто. Как он раньше вот забежал? Вот именно. Она давай еще можешь мне откатить, я навешу. Еще раз. Вот, не забежали, блядь. Вот забежал. Нет, это уже. Подожди, это ты просто уже прошел точку навеса. Там нужно. Давай на 16. Сильный дождь штрафный. Русик тебя тянет. Вот это крутика, это пасик, скидочка. Да не, через себя, блядь, 45 метров уебать. Сама то, ебать, по-моему, блядь. Это же. Мы же не официально. Нормально, давай, руку тянет. А у него офсайд был. Ну, и компас. Найс. Я так.
О, забежал. Нахуй, давай, я их, блядь, заебал, блядь. Я ближку ебашь. Ой-ой-ой. Опять буду торчить из себя третий раз. Саш, со мной покажи, как они забегают. Да не надо, все, второй там. Есть сзади, хорошо. Саш. Ой, хорошо. Ой, хорошо, брат, да, 0-7. Может, надо было вперед пройти, а я на второй бы встал. Ну, может, наоборот, конечно, знаю. Стой, Стас, брат. Ну, просто мне было лучше, я дальше стоял. О, голя, гандон, давай. Давайте я скину, может. Я на ближку там навешу, там кто-то. Давай, раз, два, три. Ты не считывай, блядь, что ты рассчитываешь. Хуен. Хуёво летит. Мало. А почему на 16? Давайте на 16 сюда вешать. Давай дальние, 16. Дальние 16 или ближние, похуй там. Они все с маленькими там. Дальний, давай, дальний. Один стоит, дай на него. Дальний это 32 уже. Бля, сейчас, они нормально. Бля, главное въебись, куда? Блядь. Надо было как истинный СТшник въебать, блядь. Ну вот, я перетестую, дай мне хоть вкатить. Подожди, я вешать хотел. Я забью, я забью. Я просто тебя не узнал, Игорь, у тебя волосы другие. Угу. Я думал, ты рандом какой-то. Как же мы разыграем, хорошо. Можешь разыграть. Сам потянул. Да, можешь потянуть. А, у него же стамина закончилась. Сам, можешь не есть. Не, уже поздно. Карп. Бля. А тут карп, как всегда. А там, блядь, надо было ждать, пока я забегу. Да нет, там ты мог по-другому сыграть. Не ну, однотипно. Да, нет, я буду однотипно играть. Руслан, а, пришло, ты не платишь мне, давай, я бабки не скидывал. Я игрок одного маневра, блядь. Блядь. Можно перевод там один будешь. Будешь, смотри, брат. Давай, я навешу. Вань, смотри, давай, брат. Да ебать, ну давай. Бля, почему, когда я подхожу, сука, меня всегда блокируют навес? Потому что все знают, что будет вешать, блядь. Мою грудь все изучают. Бля, бутяж бежит, там 30 метров, нахуй, никого. Потому что передо мной никого нет. Потому что никто не знает, Вань, Вань, ну у тебя же глаза есть, ты можешь на поле смотреть? Ты видишь, что перед тобой игрок? Вы просто сейчас победите, уже 40 минут мы нихуя не сделали. Может, не баники завалите, просто поиграете? Не, мы сейчас пустим, погоди, секундочку. Да нет. Вынимай крушон. Найс мэн, блядь. Шутно, Игорь. Мне кажется, то, что мы замолчим, лучше играть не станем. Вот в чем проблема. Я 11. Я его просто утяну, а ты там открой. От Натальку. Да, вот сюда. Сюда, блядь. Забили. Только ебальники. Завалили и забили. Не только ебальники завалили и сразу забили, блядь. Да. Да, команда, кстати, сильная против нас играет. Ну да. Вообще-то самый титулованный клуб России. Будяш. Я думал, брат, давай. Я думал, навесишь, я бы сейчас разъебал. А я ебал. Да, сразу ближку, Стас, ближку, Стас, сразу. Согласен. Да как, сука, напор, а чуть-чуть не хватит. Я считаю, что можно не вешать, они все равно не забивают, блядь. Я согласен. Да, за эти ваши фишки, это самая юзлесная хуета. Ой. Не согласен, нам так в финале ЛЧ забили. Да, конечно, давай вешать еще, блядь. Минус 50 повешаем, блядь. Стас, ой, молодец, да. Хорошая, хороший Стас. У меня не залетел сразу. Стас, блядь, мне кажется, развитие навыков, блядь, там есть тренировка на вес. А вот у меня вопрос вчера по поводу матча. Вчера во время матча Игорь сказал, что вы не вешаете, а до этого было на весах штук 10, блядь. Это чего? Как работает? В каком матче? В каком-то из двух, я не помню. Почему в каком. Нет, такого не помню. Что... Подождите, ладно, тихо. Стасу очень нравится тема навесов. По поводу навесов, просто... да подождите, Бутяс, ты просто не навешиваешь тот момент, когда нужно, ты пробегаешь зону эту, понимаешь? Да. Потому что там не забегают, я не вижу там игрока, чтобы... Да, они не ну, забегают, а Руслан, не ну, значит, Руслан, смотри, когда ну, мяч... Не, тихо, подождите, можно помолчать? Помолчите, пожалуйста, все сейчас помолчите. Ты по Стасу забегаешь. Блять, ебальники завалите, пожалуйста, свои. Руслан, смотри, когда мяч у Бутяша... Когда мяч у Бутяша перед штрафной, три линии вот эти вот, да, на поле, ты начинаешь резко бежать вперед на всей стамине, просто вперед. В идеале между ЦЗ и КЗ, если ты вот, здесь, вот из этой зоны, все, и хуяришь на всю, вот. Вот и все. Вот, все, гол. Вот и все. Блять. Осталось развитие навыков и тренировка их головой, блядь. Бля, реально, ребёнок, кроме навесов своих, ничего не может. Это хуёво их делают, блядь. Да, бревно в глазу, нахуй. Так все, уже бревна потом... нет, блядь. Уже все видим, нахуй, все понимаем. Ой, блядь, пал меня. Или кто-то считает, что мы в элегантную тики-таку играем. Меня не тянет, нормально. Ну, я вообще да. Что, кто считает? Мы очень тонко катаем.
Не, мнение о том, как мы играем в атаке, нужно сказать? Не, я говорю, или кто-то считает, что мы в тонкую тики-таку играем изящно. Не, мы играем в полное уебанство, блядь, весь сезон. Ну это как бы мне похуй вообще на ЦЗ. А был бы ты в атаке, конечно. Был бы я в атаке, я бы сгорел там просто уже давно. Серьезно, ну на ЦЗ мне вообще насрать. Вот вы галы забиваете, главное, а как вы это делаете, мне вообще похуй. Я сам вешаю, блядь, постоянно. Такая мозырька, я посчитал сразу, что ты в офсайде. По-моему, первый раз ты в офсайде был. Не, в касание ты бы дал. Я сам с навеса 3 голевые дал на ЦЗ. Вот я побоялся, куда, блядь, я в офсайд попаду. Бля, аж... А что ты, блядь? И вот здесь ты забегаешь, ну и там на весь идет, и все, и бах, и гол. До свидания, блядь. Спасибо. Развитие навыков, блядь. Ёбаная игра, блядь. Ой, блядь. Сникерс, живи, родной. Мне страшно, мне страшно. Пиздите, блядь, уже заебли, ну. А что, ты будешь забегать, Игорь? Зачем ты сейчас под ближку идешь? Я не знаю, что ты хочешь делать, я всегда какую-то залупу, блядь, делаю. Все, ладно, успокойтесь, блядь. Вот эта залупа была пиздец, кстати, сейчас. Давай. Не очень. Сейчас Витя спросим, как у него дела. Бля, мы 1-0 идем, нам вообще нельзя больше очки терять. Подожди, мы пока что идем 1-0. Стас, блядь, дальку не отработал, нахуй. Пизда. Давайте второй забьем, пожалуйста. Он вышел из Дискорда. Да я и поэтому и говорю, что он не отработал. Ну я жду вас. Ну я... Гол. Блин, вот я бежал, ты реально. А вот на весе ты все-таки решил. Я просто видел, что просто пиздец. Очень красивый гол. Блевотина просто, блядь. Там просто вратарь подвернулся, поэтому не стал. Блядь, лучше блевать, но сразу съем нахуй, чем этим заниматься. Хорош, хорош! Там желтый, да, член совета капитанов. Вот он, пример для молодых. Не спеши. Картошки подскользнулся. Понял. Подождал бы чем. Да я думал, он дернется. А у него нет офсайда. Да? Так это Вадимыч, блядь, он ничего не сделает. Вадимыч против Виктора. Виктор победитель по жизни, нахуй. Ну Витя имя поставил. Развитие навыков, Игорь, это я хуй знаю. Я вообще ничего не думал. Он кресты порвал просто. Я, короче, уберу на корп, поиграю с старым билдом. С маленьким, да? Из когда в дизеле играл, да, вот этим на ПК. Кстати, вот этот билд был самый хороший, ты так ебал всех. Реально, тогда тебя прозвали Месси. Или ты сам себя прозвал, не помню. Рус. Жми кнопку, Рус хорош. Да блин, ну сейчас это... Хуёво нажал. Это не та позиция, блядь. Нет, там рикошет. Позиция хуёвая. Ну вот напомню. Когда пока. Человек, который вешает угловые, не в Дискорде. Люблю так. Вообще охуенно. Ну зачем быть в Дискорде? Можно вешать просто на человека с напорами и похуй. И порвет, честно. Блять, это. Я понял. Что это за, понял, да? Я тоже понял. Напор. На, нахуй, лови. Ты где-ка напор? Ой, сейчас Ваня ебанет, дай заброс. Ой-ой-ой. Ебануй, блядь, он слетает, не дает вас. Все, у тебя ж я пострахую тебя. Бля, не успел. Я страхую тут. Ой. Паш, ты чё? Можно перехватить? Все надежды на опорку, блядь. Тут... Опа. Надежды нет. Лисер один, блядь, нахуй. Не надо, пожалуйста, так. Не надо катиться. Особенно в штрафной. Хуя, если тут до штрафной еще километра 3. Я на будущее. Последний, кто у нас в штрафной катнулся, это был Джавид Бахчатов. Бахчатов. И, блядь. А, не, был какой-то сезон просмотр, и ты еще кричал, нет! Это, по-моему, было до. Давай навес. Давай, я, дай мне, ладно. Давай навес. Фейкани. Да ёпта. Нормально. О. И с ударом, брат. Бам! Хорош. Пизда, рулю нахуй. Поднимайте, пацаны. Лети на него. Я центрально держу, Витя. Не, Витя поджимает там нормально. Хорош. Спасибо. Это экстренные ситуации против матча с пантерами. Ну я просто не рискнул в ТФ пробовать бить, потому что мяч так прыгал. Ну вот сейчас Стас, ебать, покажет с чекой, блядь. Вот и напор. Ну, развитие навыков. А, может быть, конопора слишком много выше бежит? Просто L1R1 нажимать при ударе. Ну, вообще, надо нажимать. Нажимаешь всегда?
Нет, он так не летит совать. Да, сам 1-1, он вниз летит совать 1-1. Да, да, да. Игорь, сейчас не знаю. Ты хоть один забьешь? Бутяж, бутяж, брат, смотри. Вот с того момента, как ты тогда мы против РТГ играли, я всегда на эту хуйню. Сука, хорош. А ты полностью выжимаешь L1R1, да? Молодцы. Ты бы лучше бы просто сильно выжимал, блин, как... Не-не, если сильно выжить, то там вообще в небеса полетит. Блять, сука. Давай сразу ближку. Вот это сейчас будет качественным контентом. Во, Руслан забьет, сейчас смотри. Руслан забьет. А вообще это один стою. Бля, теперь все будут думать, что ближка работает, охуенно. Спасибо, Спартак, блядь. Просто стоит АФК нахуй на угловом, сука. Заебись, блядь. Ну, может, там лагает? Не знаю, блядь. Угловой? Да я так. Лагающий угловой? Ебать, я запутался. Ой, на второй! И капитан команды, блядь. Блядь, а почему? Забить, почему? Тварь. Так у человека, блядь. Ближак открыт нахуй километр, бля, хуяришь, блядь, 4 игроков. Да я бил раньше, он потянул хую. У тебя как у меня голевой 4 раза. Я хотел забить. У меня как у Стасика голевой. Нет, нет, глаза забыл закрыть просто. Я как Стасик. Как всегда, сам объясняешь, а сам не делаешь. Да. Пошел нахуй. 4 засунул файлином. Дай пас. 4 засунул файлином. Пальт. Ну, блядь, ты... прочитал. Цап, конечно, у нас, блядь, пиздец сразу. Что, не обидно пока? Да не, вот теперь смотри, шанс у Игоря. Не, там кто-то это, демоник-демон. Неплохая дрочка. Сюда, два раза забили, блядь, два раза, пацаны, два раза. Все, только бличку вешаем теперь. А два нючись на бличку вешать. Хорошо. Бля, вообще на самом деле, да, вы заметили, что Ваня перестал подавать, и у нас начали моменты. Так я сказал, что он дает бэхэм, блядь, вчера. Бля, просто... У нас момент с Спартаком, который вся команда играет 164 ростом, блядь, даже ЦЗшники, нахуй, блядь. Эти вратарь, блядь, просто, блядь, ему вешают во вратарскую, блядь, весь матч. Да, он нахуй стоит. Как стоял на линии, так и стоит, ему похуй ее. Именно поэтому подавать на табличку сильно и низко, блядь. Вот, посмотрите вот ожидаемые голы. Да пиздец, блядь, 9,6, нахуй, против Спартака 4 забили, блядь. Алло, нахуй. 9,6. А мы много, не... много, да, там не реализовали, блядь? Совсем чуть-чуть. Много навесов, да, не реализовали. Сейчас посмотрим, сколько у Игоря ожидаемые голы. 4. Забил. А на табло? 1. Хорош. У Руслана ожидаемые голы 4 и 8. Ну, пиздюка сделать? Да нет. Честно, что хочешь делать? Нет. Как тебе нравится? Сделай просто старый билсы. Сделай огромного уродца, как всегда. Сделай эту, как его зовут-то, фотомодель вот эту, которая вам Кайл играет. Эрикьяна. Фотомодель, которая вам Кали играет. Так вот, я знал, да, кто это. Так, а теперь сейчас серьезный турик, да? А нет, был серьезный. Ожидаемый ГП 4-4. Ты у кого? Нет. Спасибо, у головы. А фактически? Две. Две. А у меня сколько? У тебя же 2,7. Да, давайте смотреть статистику против каких-то просто, блядь. Ты уж не способ быть, аж 57. Пошел на улицу, отпиздил бомжа и радует. Если все ебан.